«Моя планета» представляет. Варенская бухта – огромный кусок российской истории. Команда «Русского следа» как никогда близка к ответу на свой главный вопрос. 66 турецких кораблей, да, потопленных с нашим, ну или около того, участием. Почему русские так часто появлялись на Ионических островах? Это место, где произошла большая битва под командованием Ушакова. Ответ совсем рядом. Поехали. Что такое? Звук редуктора поменялся. Что это может значить? Марк Подробинник и Алексей Никулин в проекте «За кадром. Русский след». Только на канале «Моя планета».